2022 года. В общем, уже третья неделя пошла. Ну, давно не было у меня видео. Я привыкала к этому образу жизни. После этого вообще все забылось. Извините. И сейчас я вам покажу мою школу. Я вам засниму немножко видео, так пробегусь по школе быстренько. У нас 4 этажа всего в школе, и на каждом из них у меня есть какой-то предмет. В общем, сегодня понедельник, и у меня впереди еще лого. Это английская школа, я в нее хожу. Это один из моих дополнительных. И, в общем, сейчас пойду я вам покажу все. В общем, я сейчас переоделась, буду ехать в английскую школу. В школе у меня не очень получилось заснять, потому что, как назло, все учителя приходят и говорят: «Ева, почему ты еще здесь? Мы тебя отпустили, что ты тут делаешь?» В общем, поняла я, что делать мне там больше нечего. Может, еще в следующем видео чуть-чуть за так моментики покажу. В общем, а сейчас я уже переоделась и буду ехать в английскую школу. Так что увидимся уже там. Если ехать не спеша, то до 15. Сейчас мы стоим на светофоре. Сейчас мы уже подъезжаем к лого. За первым же поворотом находится моя школа. Это моя школа.